два, три. Приветствую всех. У нас сегодня на обзоре вот такой вот цельнометаллический рабочий нож из стали Х12. Рукоять корейская береза. Будем тестировать этот нож. После монеты мы видим, мы как их зазубрим. Дальше порежем канат. Далее поработаем по дереву. Никаких зазубрин. Проверим, как сохранилась заточка. Заточка сохранилась бритвенная. Попробуем прорубить бутылку.